они делают со стульями? Знаю, наверное, собираются на них пинать. Зачем? Я не знаю. Мам, вот, а что тебе дает? Ничего, но мне хотелось бы сесть. Нет. Еще я бы вот здесь и буду орать, обещать.
дорогая Юлия. Они не покраснеют. Я их знаю. Все безразлично. Все? Теперь ты меня разлюбишь? Ты права. Я тебя больше не люблю. Филипп, хорошенький, послушай. Правда, я совсем другая. Честно, не такая, как они. Я даже когда была маленькой, я всегда подметала, убирала, пока мы исправляла на диване. Ты прав, прав. Я даже папу заставляла бриться, и меня гвоздички. Вот увидишь, он придет гибридом. Как знать, все-таки ты остался. Все равно, праздник, воскресенье, ему правда, и на все надевать, они ходят грязные, и одеваются непонятно. Вот папе лишь бы картишки с друзьями перекинуться одеть. Называй меня муравьем. Да, я в самом деле похожа на него. Если вижу обрывок бумажки, сразу его хочу поднять. А если на мне маленькое пятнышко, то я его тру. А твой брат? Дурочка, дорогая моя глупышка. Я же в глаза теперь тебе не смогу смотреть. Это очень удобно в течение той полусотни лет, что вам предстоит прожить вместе. Федерико, давай уедем. Давай прямо сейчас соберемся и уедем, я боюсь. Чего ты боишься? Все хорошо, я здесь. Я не боюсь, что ты здесь. Это учитель такой хороший, а вдруг ты подумаешь, что я такая же, как они. Я своего уровня знаю. Он умрет от стыда. От стыда не умирает? Ты так говоришь. Ты говоришь, от любви не умирает. От чего тогда умирают? Да я сам себя об этом спрашиваю. Ты все это время был здесь? Я всегда там, где целуются. Это роковое совпадение с тех пор, как я стал рогоносцем. И, естественно, целующийся меня мерзит. Я говорю себе, вот еще двое, которых хватит ненадолго. Вот так ты нас встречаешь, да? Я сюда приезжаю со своей женихом, его матерью, а ты нас так встречаешь? Добрый день, месье! Добрый день. Он вежлив, он подает руку.
бы я знал типа вроде вас. Рогоносца? Нет, мизантропа. Мы быстро нашли с ним общий язык и стали лучшими друзьями. Ты слышал, как я звала? Да. И, конечно, не сдвинулся с места. Ошибаешься, сдвинулся, когда больше ничего не стало слышно. Надеюсь на то, что вы отчаялись и уехали. Я сдвинулся еще потому, что проголодался. Что ты надеешься позавтракать? Да, завтра удался нечего сказать. Где остальные? Никогда неизвестно где. Остальные! Ведь едва знаешь, где ты сам на этой земле. Не правда, дорогой месье, который выглядит, как говорится, образованным. Вы мне очень нравитесь. Весь такой искренний, честный, благородный, кристальный, передовой и бла-бла-бла. Стой, оловянный солдатик. Из вас будет прекрасный рогоносец. Люсьен! Веселый рогоносец. Я печальный рогоносец. Думаешь, собака? Ты объяснишься? Думаешь, дай мне дай этот пошляк? Ты сам что дай пошляк, ты мелкий хулиган, да я не знаю! Да я не мелкий хулиган, а страдающий рогоносец. Хорошо, страдающий, но я тебе клянусь, что ты заткнешься. Что ж, теперь несчастно не имеешь права. Весело! Когда меня просят о чем-то по-хорошему, я не могу отказать. Пойду переоденусь. А вам? Вам повезло. Она славная, скучная, но надежная. Бедняга. Он, должно быть, много выстрелил. Он мне противен. Он слаб. Чересчур не сходите. Дорогой месье, я счастлив! Папа чересчур болтает.
Я заметила. Ну, что это такое? Мы поставили оплодитель, но не накрыли на стол, ничего не готово. Что это означает? А я хотела у тебя об этом спросить, папа. Спросить у меня? Спросить? А где Жанетта? Я об этом, я тоже хотела спросить у тебя. Это возмутительно. Дорогая мадам, будете нескромно спросить, а сколько у вас детей? Пятеро. Пять детей? О-о-о. Ничего себе, вы всегда найдете выход из положения. А у меня всего трое, и никогда никого нет под рукой. А где Люсьен? Всегда в комнате. Вот, пожалуйста, тут я пас, тут я должен умолкнуть. Вы можете продолжить, это ваше преимущество. А я одинок, но, к счастью, у меня есть она. Вот, опора моей старости. А впрочем, она уходит замуж за вашего сына. Значит, она будет теперь вашей опорой. У вас их будет шесть опор. Дочка, ты этим займешься? Приготовишь нам хороший завтрак? Вино у тебя есть? У меня есть чем его охладить. Ну, я был связан по рукам и ногам, я потерял голову. Ну, зачем? Сейчас таки не рады видеть его старенького папочку. Я была бы рада видеть убранный дом и накрытый стол, папочка. Она так говорит, но вы не верите. На самом деле она в восторге. Золотое сердечко. Так, по поводу вина вы не беспокойтесь. Я все достал. О-о-о, этот парень уже просто великолепен. Ну, впрочем, не так уж запущен этот дом. Пара бумажек. Пыль, о ней вообще ничего говорить, тут ничего не поделаешь. Каждый раз она появляется заново. А вообще, на самом деле, все, что вы видите, это не беспорядок, это неопределенность. Я, видите ли, художник в душе, мне нужна некоторая туманность так, вокруг меня. Я накрою на стол. О, а я вам в этом помогу. Это напоминает мне молодость. Когда мне было 20, я всегда помогал, чтобы иметь возможность платить. Где тарелки? Я не знаю. Везде понемногу. Как это вы не знаете? Что вы делаете, когда хотите есть? Я их ищу. Вот одна, вторая, тут же третья. Правда, они немножко грязные. Остатки сыра. Они еще вполне съедобные. Хорошо. Найдите остальные. Сделай все, что в моих силах, сладюшка. Найдите остальные. Не очень данный поклад, настоящий дорогой. А жалко. Такая красивая женщина. А я, знаете ли, оптимист. Я убежден, что все улаживается само собой. Да, когда все на себя берут другие. Да, действительно. Но я просто заметил, что другие охотно берутся. Огромные, конечно, готовы действовать, да что бы то ни стало. Их так много на этой планете. А вот и быть нас, немногих философов, сохраняющих спокойствие, началась бы давка. На всех бы не хватало места. У меня 4 фермы, не считая дома в городе. Сын получил место у нотариуса, со временем у него будет своя контора. Вообще задается вопрос, почему я отдаю его Юлии, у которой ничего нет? Кто я? Я ничего не спрашиваю. Я в восторге. А между прочим, Юля очень хорошая, умная, трудолюбивая и экономная девушка. О, вылитый мой портрет. Я дружу с ее теткой уже 30 лет, и она мне сказала, что оставит все ей. А, бедная Ирма. Как она там поживает? Прекрасно. Я знаю, что вы не дадите ей ни гроша. Кому, Ирме? Нет, вашей дочери. А я, знаете ли, мадам, за браки по любви. Они всегда кончаются плохо, но пока они длятся, они гораздо занятнее друг. Несколько лет, даже несколько месяцев счастья, это уже кое-что. Вы разве не думаете, что нужно изо всех сил быть счастливыми? Прежде всего, нужно быть трудолюбивым и серьезным. Вы думаете, счастье это серьезно? Да мы никогда не бываем счастливыми, черт побери. Нужно изо всех сил стремиться к счастью. Не правда ли, дочурка? Что еще, папа? Почему еще? Я тут объясняю твоей будущей свекрови, что счастья никогда не бывает много. Но я надеюсь, ты намереваешься быть счастливой. Да, папа, я бы очень хотела, чтобы ты мне в этом помогли. Можешь ты меня рассчитывать, дочурка? Я скажу счастливым, но у меня открытое
Это мой сын. Он официант из кафе. Да, у него диплом юриста. Я так взял этот пиджак. Это твой? Я надел его в честь мадам. Очень любезный, месье. Мадам, приветствую вас. Достаточно ли я представителю в папином пиджаке? В общем, у него приличие. Видишь, я не тянул ее за язык. Это тот, который женат? Где его жена? В свадебном путешествии! Я пошутил. Она поехала в Лурд совершать паломничество, чтобы заиметь ребенка. Что ни говори, я произвел у нее сильное впечатление. Ах, эта женщина не лишена достоинств. Ну, правда, она, мне кажется, несколько ограниченной. Но нужно отдать ей должное. У нее все еще прекрасная фигура. Я питаю слабость к таким созданиям. Ты бредишь, ей же 100 лет. Ты лишен воображения. Я вижу ее молодой, большой шляпой с перьями. А, впрочем, не будем об этом, уже слишком поздно. Слушайте меня оба. Может быть, сейчас у нас есть только одна минута, когда мы без посторонних. Я уже не говорю о завтраке, который не готов, о мусоре, который я здесь увидел. Да я был удивлен больше всего. Впрочем, сама все видела. Я еще скажу пару слов, жалуйте, когда она явится. Если вообще явится. Деньги потратили? Да, нужно было расплатиться с молочником. А после того, как я с ним расплатился, у меня осталось всего 20 франков. Я хотел купить галстук, булавку, чтобы прекрасно выглядеть. Не видишь и нечего одеть. Этот дом настоящий прорва. Ну, я говорю, хотел, потому что булавка уже сломана, но я прихватил галстук кусочком бечевки. Не слишком заметно. Ну, чистый воротничок можно было надеть? Свой, его никогда не меняют. Папа, его можно. И бегать, стрять ему счет. И первую буквицу застегивать на вторую петлю. Ну, дочурка, ты слишком придираешься к мелочам. Нужно смотреть на вещи шире. Ты не попился. Нет, а как ты догадалась? Я тебя очень прошу, за завтрак не ной, что у тебя нет ни гроша. Так. Кого ты меня принимаешь? Может, я наоборот хочу поразить эту женщину всем великолепием, которое у меня есть. Достань-ка все серебро! Оно в ломбарде с незапамятных времен. Я могу выкупить его в любой момент. Да, все квитанции у меня на руках. Не подать лишь на стол. Да, все, хватит. Итак, дочурка, ну как там насчет завтрака? Он готов, а? Я хотела сказать, что раз я выхожу замуж, то теперь... Я буду волноваться только о себе и о своем приказе. Само собой, живи на широкую ногу. Я не хочу, чтобы они потом говорили, будто бы мы тебе ничего не дали. Ты же ведь еще зарабатываешь преподавателем. Скажи, есть частные руки, да? Я хотела сказать, что раз я выхожу замуж, то теперь на меня можете не рассчитывать. Да само собой, будь уверен. В другие времена я дал бы тебе царское приданное. А ты что собираешься? А я жду письмо от берега слоновой кости. А я жду письмо от берега слоновой кости не придет. Между прочим, с твоим дипломом можно работать не только в Африке. Работать здесь? Под этим небом рогоносцев? В конторе рогоносцев? Целыми днями только болтающих о любви? Никогда! Другое дело необходимо чаще, мне кажется. Как только получу письмо, надеваю шляпу, подаю рюкзак и до свидания. И, пожалуйста, не утруждайте себя по напрасному письму. Я даже их распечатываю. Все дети неблагодарны. Что касается меня, я сам редко пишу. Хорошо. Того, что я вам высылала, вам хватать не могло. Чем вы жили всю зиму? Консервами. Я спрашиваю, чем вы жили? Ну откуда же я знаю? Жанетта как-то там выкручивалась. Что? Жанетта? Что она сделала, устроилась на работу? Да нет, ну ты же знаешь, какая она, ее никогда не видно. Папа, я знаю, что деньги в песке не валяются. Что, она ездила в город, она там устроилась на работу? Да нет, она все время была здесь.
имена Зряс. Зряс из малого замка? Да. Милое дитя убирает с наступлением ночи и возвращается в рассвете. Я убежден, что он идет именно в ту сторону через лес. Все они одинаковы! Все одинаковы! Я в восторге! Thank you.
А, это мать твоего женька. А запретила ли ты ей брать моего цыпленка? А кто виноват, что на завтрак здесь ничего не было? Из банки с горошком. За деньги я велела отцу купить в лавке. Нет, ты велела мне. Да на какие деньги, а? Твою свекровь необходимо было вкусно накормить ради чести семьи. Ей нужно было поблаженствовать за кофе, чтобы она могла стыть и рыгать свой корсет. Вот это называется гостеприимством. Вот она и побежала за ним с ножом, а вы ей позволили. Он тебя знал, он сидел у тебя на плече и ел с твоих рук. Да я был здесь, на диване, я ничего не слышал. Желаю вам всем сдохнуть в один прекрасный вечер в постели. И бояться, как он боялся. Хватит твоих глупостей, Жанетта. Простите ее, душа у нее прекрасна. Дело в том, что нужно познакомиться с ней поближе. Познакомиться? Благодарю. Ну, уже, милая Юлия, я наконец поняла, что вы были правы. Нам не стоило сюда приезжать. Продолжим, пойдем. Мы уезжаем. А завтра? Нет, с вами же. Постойте, мы же в конце концов собрались собраться, как это трудная семья. Собраться за столом, здесь праздник. Ну, куда вы так торопитесь? Может, все-таки... Благодарю. Мы позавтракаем дома. У нас можно резать цыплят. Я тебя ненавижу. Мама! Цыпленок! Это простой цыпленок, проклятая сумасшедшая! Дело не меняется от того, что ты дала ему имя Лео. Да, он был очарователен, а мы все очарователи. Но не помешает нам один прекрасный день. Стоп! Бедный Лео. Ему так хотелось вырасти большим воинственным петухом. Настоящим петухом с красным гребнем. По утрам будет своим пением. Подлые хутроба, они только ей заняты. А разве вы цыплят не едите? Ем. Только не знакомых цыплят. Я знаю, что это несправедливо. Я пыталась не есть мясо, но уж очень хочется. Значит, вы тоже ни в чем не виноваты? Кто вы? Вас я тоже не знаю. Жених Юлии. А, сын твой. Да, мне стоит винить меня за это. Я в этом не виноват. Удивительная девушка, да. Она еще и не так вас удивит.
Почему? Юлия не позволит. Почему? Просто так.
очень скучно вдвоем. Посмотрите-ка на этих женщин. Они убирают, бегают там на кухне. Воображают, что хватили истину, как ручку от кастрюли. И ни в чем не сомневаются. Они обе ненавидят нас. Они знают, что с завтрашнего дня наша кухня останется неприбранной. Для них это вопрос чести, не правда ли? А для тебя что же, Аннет? Обожаю хозяек. Они символ бренности. Как забавно смотреть, что эти несчастные незаменимы труд день за днем, год за годом все тот же уголок своего жилища. И все та же пыль побеждает их каждый вечер. Но если бы они этого не делали, что бы им, бедным, оставалось? Любовь. Но не могут же все заниматься любовью. Это было бы несерьезно. Не правда ли, дорогой девик? Подождали, если бы немножечко подождали, Лиза, задавайте мне другие вопросы. Я не могу
признать все то, что может причинить мне боль. Вы сами этого захотели. Видите меня, какая я есть, со всем моим позором, и отвергните. Да, у меня есть любовник. И по всей вероятности, то он мне писал, умоляя не покидать его. Другие, без любви, но я не знала, что нужно ждать. То есть человек, которого я не знаю, которого обкрадывал. Вот, теперь вам все известно. И я не знаю, как собрать, чтобы защититься. Но я слышу ваше дыхание и чувствую, что Юля словно светлый луч в вашем сердце. Вы не сможете полюбить меня Гуни так, как ее, не правда ли? Молчать! И
Скажите, вы ведь не сделаете этого? Уже сделала. Не надо. Это всегда кончается неудачей. Почему? Потому что слишком хорошо. А все, что хорошо, запретно. Разве вы не знали? Ну вот смотрите. Это бутылка вина. Ничего особенного. Но оно немного согревает, пока его держишь. И что же? Запрещено. Нужно пользоваться минутой, пока он не видит. Опля. Он еще не заметил этого трюка. Он не любит этого. Кто? Тот наверху. Каждый счастливый человек приводит его в ярость. Он не любит этого. Вы пьяны? К сожалению, еще нет. Я бываю пьян гораздо позднее, ночью. Скажите, вы же не сделаете этого? Верный проигрыш? Увидел. Надо. Смотрите на меня, старина. Ведь я не сентиментален. Не делайте это хотя бы ради Юлии. Я больше не могу думать о Юлии. Да любовь ничто. Нелепость, выдумка, ветер, она право же умрет. Это не стоит той боли, которую вы причините. Тех страданий, в особенности того горя, которое вы причините другим. Любовь ничто, она не стоит даже детских слез. Не делайте этого, старина, проигрыш обеспечен. Я сам себе все это уже говорил. Да вы не могли сказать себе всего этого. Вы ничего не знаете, а я знаю. Я ношу звание доктор рогоносец. Я авторитет. Не делайте этого. Почему? Потому что это женщина. Потому что каждый из нас в этой жизни одинок. Потому что в один прекрасный вечер, через месяц, через год, через 10 лет, когда вы будете уверены, что вы держите в объятиях верного друга, вы поймете, что вы такой же, как и все. Вы будете обнимать женщину, а значит обнимать пустоту. Замолчите! Женитесь на Юле. Обзаведитесь детьми, сделайтесь человеком. Человеком с ремеслом, человеком с деньгами. Позднее человеком с подружками, настоящим человеком. И никто вас не осудит. Не мудрствуйте, ведь так просто быть счастливым. Это единственный способ, чтобы тот наверху оставил вас в покое. Он не любит счастливых. Он не любит любовь! Здоровье. Ты позволишь?